Пятый забег. Здесь принимают участие спортсмены из Хорватии, Китая, Корея и Бельгии. О, это уже не фальстарт, а просто как разминка, что ли, дополнительная. Ну, это чревато. Часто совершающиеся фальстарты в основном происходят с четвертой позиции, потому что она по существу самая невыгодная на короткой дистанции. Спортсмену приходится стартовать с внешней стороны бровки круга. Это, естественно, удлиняет дистанцию. Лидирует китайский спортсмен. Неудивительно. Корейский, китайский спортсмен выходит. Следующий круг соревнований. Вот Бельгийлис Мальтош, тоже сильный, опытный спортсмен, остается за пределами следующего круга соревнований. Всего стартуют 16 забегов. Сейчас на старте должен находиться 6-й забег, где всего стартуют 3 спортсмена –